Всем привет, вы на канале Информ ТВ. Несколько минут назад стало известно о смерти Людмилы Алфимовой, советской и украинской актрисы театра и кино, артистки дубляжа. Вы можете помнить ее по ролям монахини Миронии из картины «За двумя зайцами», а также по роли жены Назара из «Свадьбы в Малиновке». О смерти звезды экрана сообщила актриса Ольга Сумская. «Все понимаю, возраст, но все равно очень больно. Уходят прекрасные, талантливые люди. Золотое поколение», – написала она в соцсетях. Людмила Ивановна скончалась в возрасте 88 лет в родном селе. Похороны пройдут там же сегодня. Напомним, всего на счету актрисы, которая дебютировала на экранах в 50-х, несколько десятков проектов. «Юркины рассветы», «Лада из страны Берендеев», «Обыкновенная история», «Межвысоких любовь» и многие другие. Долгие годы она работала актрисой киностудии имени Довженко. Также за карьеру участвовала в 170 проектах как артистка дубляжа и озвучки.